Всем привет, дорогие друзья. Наверное, кто-то зашел ко мне на мою страничку в YouTube, на мой канал. Ну, значит, вам это понадобилось, так как все показывают все, что надо сделать, как это надо сделать. А в основном ни хрена не работает. Все пишут 100%, 200%, но толку никакого нету. Вот я запустил модем. В основном я не знаю, там тарифища или там или еще что-нибудь. Может подойдет Билайну, к модему подойдет. Кюли я не пробовал, но может быть и Теле2 и все остальное. Можете попробовать, не стесняйтесь. Но этот вариант конкретный подходит. У меня модем, он билайновский 4G. Я его перепрошил, сразу говорю, у меня перепрошитый. Я объясню, как там прошивать, все покажу, расскажу. И все остальное будет у вас работать. Смело будете пользоваться. Вот, видите, сбрасывает у меня постоянно. Так как у меня до 19 числа, я все истратил из все свои гигабайты, мегабайты через модем, так как я не послушался и включал. Все. Лишние 700 рублей на покупать следующий, так как я инвалид, ножка болит, и ничего мне нету денег. Ну ладно. Сделайте такую вкладочку небольшую, текстовый документ, и не забудьте его. Ну, что, предки раз не писать, можете так вот копировать. Здесь вот VR или что там, WinRAR там не надо делать. Так, если здесь нету, можете посмотреть в поиске. Здесь в основном будет закрыто, нету. И можете тут же самое показать значок. Ну и все остальное. Вот. Третью, если кто-то первый раз зашел, можете сразу здесь смотреть, как третью вкладочку, потом заходим в систем, вот эту вкладочку открываем и сервис открываем и смотрим на Т, ищем титли, титли, титли. Вот она. Раз, два. Параметрс. Вот эта вот штучка, которая называется Default Details. Как вот, ну, короче, еще раз говорю, по-английски я не знаток, но объясняю. Изменяем, естественно, здесь на 65. Ну, естественно, сейчас скажут, это уже история давнишняя и уже испробованная. Но маленько вы ошибаетесь. Это вам не покажут. Что это везде в видео. Все везде. Оставляем эту вкладку, чтобы у вас она вот сейчас, когда вставляем, то же самое. И чтобы нам потом не искать это все. Все, в принципе, здесь сразу готово. Если вы не можете так, можете сделать через Red Organizer. Так, подождите, что-то резко сейчас он запустится. В нем есть такая же, то же самое, вкладочка есть, показ важных разделов. Так, сейчас это, ну, это здесь чистить, ладно. Вот он, реестр, то же самое. Вот так же делаем систем, сет. Ну и видите сами, что он все сам открывается. Так, что там у нас? Сервис, контент, контрол. Вот он открытый. Сервис. Ну что-то он здесь не... А, это не то. Это последнюю открыл. Вот надо третью, вот эту вот. Вот она, вот все правильно. Теперь
ровно все выходит. Так. Ну и то же самое здесь вот можете найти. Вот здесь вот. Где он там, блин? Ну вот они. Вот он, и вот он. И вот он, ну и вот он. Вот видите, вот тоже поменял. Вот он. Ну вот видите, все, ну что, сейчас перегружаем и по новой дальше продолжаем. Уже самое важное, самое интересное будет. Ну что ж, мы перегрузились. Еще раз проверяем. Как это все у нас происходит? Давайте еще раз вставляем от имени администратора, да. Ну, смотрим, у нас все рабочее, все включено, все мы перегрузились. Ну, вот. Ну все, готово. Так, теперь самое главное, самое важное в нашей процедуре. Еще раз говорю, вам это не покажут, не расскажут. Это все, что в первом видео у нас было, это все по стандартному, все рассказывают. Но дальше будем продолжение банкета делать. Отключаем полностью антивирусник везде. Защиту тоже дополнительно, самозащиту. Все отключаем, выкидываем его, удалять его не надо, но отключаем полностью. Все, что если кто-то хочет разлучить свой модем, здесь он вам все расскажет, этот парняга. Все покажет, все расскажет, все тариф, тарифище. Какой у вас модем? Я еще буквально этот видео скачал где-то год назад примерно. Где-то с год. Вам нужно просто прошить его кастомной прошивкой, где разблокированы функции. Вот. И разными прошивками. Так что перед тем, как что-то делать, трижды проверьте, какой у вас модем. Есть два типа модемов Huawei E3372. Это 3372H и 30. Ну вот, вы отсюда посмотрите видео, скачайте, перекинете, ну и все остальное. Еще раз говорю, так как у меня модем перепрошит, он может быть сразу заработать, может быть. Ну, мы его просто сейчас бросим. Угу. Ну вот видите, как предупредил. Так, как администратор, чтобы обнаружить. Так, запускаем запуск от имени администратора. Ну вот сейчас его сброшу полностью. Ну вот, полностью сброшенный. Так, вот этот email. Вам надо его поменять. Он у меня помененный. Сейчас я покажу, как его просто поменять. Испробовал я все варианты, все рабочие. Сразу говорю. Дополнительно здесь надо на... Вот здесь вот идет пароль. Окей. Видите как? Здесь вот он сразу пароль 1, 2, 3, или здесь просто написано, здесь пароль есть.
Вот, я его сразу вытащил, но это я у себя вытащил. Вы можете сами вытащить у себя. Так, если стереть, ну, можете четверочку сделать. Окей. Здесь вот так вот, так, нет, так вот. И он удаляет. Все, старый ваш email он сдерет. Можете после этого сразу же сделать, не стесняться, троечку ставить вот так вот. О, так вот, вот так вот. Ну и в принципе и все. Вот. Что еще можно здесь сделать? Ну, в принципе, все, что можно сделать, мы уже сделали. Берем, убираем модем, вставляем. Сразу говорю, вот эти действия только идут только через прошивку. Если прошивки нет, он может, ну, не получиться просто-напросто. Просто реально может не получиться. Ясон. Ну вот, видите, сразу заработал. Ну что ж. Приятного пользования. Можете пользоваться, не стесняться. Сколько он влезет. Сразу говорю, у меня он все истрачен. Полностью модем. До 19 числа, так как я могу только разговаривать по интернету, через телефон, но модемом я не могу пользоваться. Вот. Можете через Одноклассники зайти, через Facebook, почту, ну и все остальное. То же самое. Сейчас буду ставить через мобильный модем. Ну, так как у меня Теле 2, у меня одну, еще раз говорю, 65-я там уже поменял, так что очистим уведомления. Ну вот, пожалуйста, все рабочее, все. Всем спасибо, до свидания. Пишите отзывы, получилось, не получилось. Друзей зовите, делитесь с этим видео, не стесняйтесь. Ну, какие-то предложения есть или еще что-нибудь видео. Ну, пишите. До свидания, удачи.